Страшні квитанції за комуналку більшість українців можуть сплачувати разом з державою. За субсидію зараз звертаються люди, які раніше про неї і не замислювалися. Процедура отримання державної допомоги спрощена та пришвидшена. Здавалося б, максимально. Але каменем спотикання стає прописка. Що робити тим, у кого в квартирі чи будинку зареєстровані люди, які фактично там не проживають? Про нюанси отримання державної допомоги у таких випадках – наш наступний сюжет. Реєстрація за місцем проживання – такий собі відгук радянського минулого у наших паспортах. Але саме ця графа впливає на отримання субсидії. Бо адресна допомога держави надається на квартиру чи будинок і залежить від кількості прописаних у ній людей. Якщо ж на папері більше, а проживаючих менше, субсидію отримати все одно можна. В этом случае в заявлении необходимо подчеркнуть то, что данный вопрос требует рассмотрения на заседании комиссии по спорным вопросам. Они существуют при каждом исполкоме и имеют свое название, но при этом в декларации о доходах указываются все прописанные в домовладении. И там есть графа примитки, указывается, что напротив фамилии данного человека, что он фактично не проживает. В этом случае комиссия рассматривает вопрос на основании, обязательно на основании акта обследования материально-бытовых условий проживания и учитываются при наличии справки, которые подтверждают, что данный человек живет на другой территории. Утім, можливість отримати такі довідки є не завжди і не у всіх. Героїня нашої історії – сестра Ірини. Жінка розповідає, щоб довести законність претензій на субсидію, її сестрі довелось пройти тернистий шлях образ та цькувань. То, что приходилось выслушивать, ну, это совершенная глупость. Почему вы не подали в суд? Почему вы не подали в розыск? Как вам не стыдно? Вы не знаете, где человек проживает, вы даже не интересуетесь. Ну, то есть все доходило до маразма и глупости. Ну, то есть какие-то упреки. Вы не должны этого делать. Это ваш, ну, то есть вы можете это делать, но для получения субсидии у вас есть четкая процедура. И даже если вы не знаете, где он проживает, даже если он не в розыске, даже если вы его не выписываете через суд, вы имеете право не учитывать его в расчете субсидии. Для цього потрібно до мінімального пакету документів додати акт матеріально-фактичного обстеження умов проживання. І тут увага, застережує пані Ірина. Це має бути не просто довідка про те, що людина не проживає, бо вона для комісії нічого не значить. Необхідно у місцевих ЖЕКів вимагати саме акт, де зазначені фактично проживаючі. Ну, на практике, как нам объясняли на местах, мы прошли 80 кабинетов, беседовали от самого высокого начальника до самого младшего исполнителя. Никто не хочет брать ответственность и переходить. Ну, вот объясняю, да, мы придем, посмотрим, что у вас там нет этого человека сейчас на месте, почему мы должны брать на себя ответственность. Может, он через час придет, и он там фактически проживает, а мы берем на себя такую обязанность. Но человек не должен... Ну, то есть разбираться в этих особенностях. Существует закон, да, существует постановление Кабинета министров, которое дает человеку такую возможность. Что в этом случае делать? У комиссии должны быть положения. То есть непосредственно этот районный совет, который учреждает такую комиссию, он должен создать положение такой комиссии. Вы можете, как любой гражданин, присутствовать на заседании комиссии. Вы можете ходатайствовать о том, чтобы ознакомиться с положением такой комиссии. Ну, то есть всячески участвовать в процедуре рассмотрения ваших документов. Потому что, насколько мне известно, что все, кто подают документы вот, или с такими справками от соседей, заверенные ЖЭКом, или просто не подают, считая, что комиссия должна сама провести такое, ну, расследование, если можно его назвать, они все получают отказ. То есть очень много людей, которые находятся в такой ситуации, они просто получают отказ на получение субсидии и, ну, находятся, я считаю, в достаточно материально затруднительном положении в этом случае. В департаменте социального захисту населения додают. Поскольку решение принимается как исключение, выносится на рассмотрение комиссии, которая определяет право, то конечно, комиссия ориентирована на максимально положительный результат для того, чтобы максимальное количество людей могли сэкономить свой семейный бюджет, пользуясь программой жилищных субсидий, но случаются и отказы. Сестрі пані Ірини також спершу відмовили. Але завдяки наполегливості та знанню своїх законних прав на отримання державної допомоги очікувана субсидія нарахована. Підготуватися до зустрічі з комісією може кожен. Уважно перечитайте 848 постанову Кабінету міністрів, стаття номер 7.
Це положення визначає умови призначення та порядок надання громадянам щомісячної адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату управління багатоквартирним будинком, користування житлом або його утримання та комунальних послуг. Утім, здебільшого люди про цю постанову не знають, а чиновники не інформують. Ходите, просите, записывайтесь на прием. Вы имеете право прийти к любому, к абсолютно любому чиновнику, к председателю комиссии, к сотруднику в соцзащите. Если вы слышите, что кто-то говорит о том, что хоть в постановлении написано, но у нас там на практике вот так-то делается или так-то не делается, знаете, что закон на вашей стороне. Легка здобич лише у мишоловці, подумали чиновники і вигадали бар'єри, чому вони не можуть. Справа ж громадян знати свої права та конструктивно боротися за їх реалізацію. Головне – не здавайтеся. І навіть якщо вам відмовили у наданні субсидії, отриманий акт зайвим не буде. З ним ви можете звернутися до постачальників комунальних послуг і не сплачувати за людину, яка не живе з вами.